Всем привет. Вот телевизор Супра, не светится экран. Так, надо включить, посмотреть. Так, фонарик взял. Сейчас. Так, знаю, внизу шкала громкости. Что буду прибавлять. Вот она видно. Все. Подсветка не работает. Буду открывать, смотреть. Светофильтр снимаем. Вот такие линзы светодиодные. Конечно, никакого контакта нету, охлаждения нету. Так, штук 20 светодиодов я перепаял, 5 на 5 миллиметров выпаял. Лежали ленты на 12 вольт, с них выпаял. Муторная работа, конечно, но негде взять эти, надо будет искать.
выписать. Сейчас поставлю, закручу, соберу и включусь. Ладно, пока выключу.